встретили меня, заехали на рынок. Гуляют на улице. Саша первый раз цыплят увидел. Вон какие хорошенькие, пищат, да? Пищат. Хорошенькие, смотри какие. Они такие мягенькие. Прыгают друг через дружку, да? Это то, что вылупилось из яичек, Саша. Да, из яичка. Вот это желточек, который внутри, вот такой становится птенец. А где яичко? Он и не ест яичко. Нету тут? Я думаю, что нету. Брайт тут. Скорлупа съел уже. Скорлупу съел уже. Черешня, кружовник и всякого лаванда. Поем, попоем, синий трактор дети к нам, ну, прицепит кто-то песню, поет, а ну, давай, давай. Попробуй, гадай, кто же купает. Песенку поет, му-му. Кто это? Правильно, это корова. О. Корова, пейте, дети, молоко, будете здоровы. У нас тут акапелла какая. А почему дети молоко? Потому что полезно детям молоко. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Идет, сыски собирают, и камон пойдет. Вдруг упала сыска прямо в миска лоб. Миска разрезался и ногой. Стоп! Вот так вот. Миска косолапый. Концерт по заявкам. Как в мультфильме. Мы ехали и наконец приехали. Ура! Вот наш мегаполис. Все. Закончились мои большесуточные путешествия. Нет! Чего нет? Закончились, домой едем. Саш, знаешь, я как устала. Ты не представляешь. Вот я приехала и поняла, что я устала, как скотина. А эти трудоголики, вы гляньте на них. Я еле видео выложила, вот, даже не соображая ничего. Посмотрите, вот она что. Она решила избавиться от Мелиссы. Черешню мы туда посадим. Сажай. А сюда надо туйку. Ясно. Понятно. Лучше две. Довольна, улыбается. Ой, понасажала, блядь. Ой, блядь, опять накупили. Ой, девчонки, а посмотрите, кактусы-то как. Кактусы-то как цветут. Это они сейчас закрылись уже к вечеру. Дорогие мои гости, я все сделал, что хотел. Мяу-мяу. Я подумал, что надо взять еще старенькие листы и набить, в чем их. Вот именно, я их специально собирала, не выкидывала. Вот видите, чего у нас насажено теперь. Один что-то мертвый шалфей. Да? Видно, давно толскали, пришел маленький. Ага. Так, ой, у нас тут, Свони называются розы. Свони? Свони. Свони. Или Суони. Суони. Японская. Видите? Ну, будем надеяться, что будут расти те, которые.
Так. Не знаю. Ой. Так. Сейчас я пойду открою. Там ребята с гулянки. Вот видите, еще. Сейчас. Саш, ну ты что делаешь? Так он уже вот мешает, розы мешает. Саша, не надо так. Вот видите, купили черешню. Эти я забыла как. Вот эти еще не посажены. Конфетку такая, конфета. Любитель чупа-чупса. Вот видите. Будет теперь валяться кругом. Вот эта вишня. Вишня. Костя отпилил там ветки сухие. Ну и была такая ветка, что... С вишней. Ай, она кислая. Костя говорит, я половину уже съел. У меня кислотность высокая, ой, для меня кисло. Проверяют, крыша течет или нет. Водопад может замутить. Все, выключай, замерзнуться. Молодые, красивые. Бабушка опять проворонила закат. Ой, мои дорогие, вы не представляете, как я устала за эти сутки. Ноги не ходят. Даже есть не хочу. Вот так вот. А вы мне пишете, отдыхайте, Любовь Николаевна. Какой с меня отдыхальщик. Сейчас приехала, так это сама сняла, чего там купила. Куда ты собрался? Я в машину. Машина. Танцор диско. Что это такое? Баба. Это. Ой, я могу. Ой. Грех разбил. Ой. Поснимала, чего там купила там. Ну, там мало украшений, конечно, и то. С одним меня прям обманули. Жалко, красивая. Вот. Ну, так там кое-какие запчасти для украшений. Вот. И просто вот видео выложила и понимаю, что у меня голова не работает. До такой степени устала. Что там у тебя? Жвачка. Жвачка у тебя. Чумазый весь. Вроде приехали недавно, уже весь чумазый. Ребенок грязными руками. Ой, ой, не могу смотреть на это дело. В общем, короче говоря, еще надо Мише позвонить. Чего там? Вот. Ладно, мои лапоньки, давайте до завтра прощаться. Все, пока-пока, девочки. Пока-пока. Вот так вот. Да он тут. Я только хотела сказать пока-пока, девочки. Пока-пока, девочки. Пока-пока. Артист больших и малых театров. Так что вот так вот, девочки. Пока-пока, мои дорогие. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. Не болейте, пожалуйста. Пока-пока. Извините, пожалуйста, его. Вот так вот. Ну ладно, пока-пока. Always a moon when the tide is